Все в мыслях прояснится. Нет ничего, кроме мыслей. Это действие, в котором мы должны находиться, должны в нем быть постоянно. Но как иначе? Так с чем я работаю? Что я делаю? Я учусь, ну хорошо, учусь, хорошо. Есть что-то написано, я изучаю. Читают, я слушаю. Моя духовная работа в чем? В том, что все время прилагать усилия, все больше объединяться, больше связи и все больше компрессии во всех, в нашу группу. Потому что что означает подъем по ступеням? Насколько мы связаны больше вместе? Количеством связи, силой связи. И поэтому мне нужно как можно больше времени уделять внимание этому, придавать этому важности. Чем больше я в это вкладываю, тем я больше привыкаю жить таким образом, что это все для меня становится привычным. И я вижу, что на самом деле таким образом я влияю и могу поддерживать товарищей, а они поддерживают меня, и мы таким образом, за счет того же самого действия, начинаем передавать свет, возвращающий к источнику, ко всему миру, изменять мир и двигать его к объединению. Каким образом ты думаешь, что еще все это произойдет? И сейчас мы это делаем, но все еще в недостаточном и неосознанным образом. Но именно таким же образом, когда мы сближаемся в круг, и внешние круги становятся тоже все более плотными к нас из-под нашего воздействия, и мы включаем в это все человечество.